При перезарядке мы проверяем визуально, смотрим в камеру, смотрим, есть ли там патрон. Под чутким руководством Артема Кабашного кадеты класса имени Александра Матросова постигают азы обращения с оружием, строевую и физическую подготовку. Здесь молодому учителю все знакомо. Он сам выпускник 4-й школы. Это моя действительно родная школа, потому что я здесь обучался с 5 по 11 класс. С 5 по 9 обучался в кадетском классе. И, соответственно, мне было по душе это мероприятие, так скажем. Я решил продолжить развивать патриотизм среди обучающихся. Учился в университете и сразу же после обучения пришел сюда. 4-й год Артем Кабашный ведет занятия у специальных класса. У этих ребят пока в программе в сентябре 2022. Я еще хотел давно как бы по стопам своих прадедов, дедов. Мой дедушка был моряком, и ну вот я хочу именно быть пехотой. В кадетском классе первое – это форма, другая, второе – это у нас мы везде на парадах, везде вот первые. Артем Кабашный от ОБЖ. Именно как учитель в каком-либо педагогическом конкурсе была основательная, была выбрана специальная команда, которая готовила меня и по методике. Инициативу, которая будет связана и с педагогикой, и в следующем внедрение в общеобразовательной системе видеоаналитики безопасного и педагога Югры в будущем участия в курсах. Для того, чтобы правильно вставить...